главная информационная, наверное, новость – это то, что сегодня мы объявляем уже не только о создании, но и о начале деятельности нового гандбольного клуба. Автономная некоммерческая организация, профессиональный гандбольный клуб. Уверен, что новый спортивный клуб будет радовать как и болельщиков, так и профессиональных спортсменов новых побед, новыми победами как на российском, так и на международном рынке. Of course, this is a new chapter for me, and I'm really proud to be the head coach in this club. В спорте не надо никогда останавливаться на достигнутом, потому что как только ты остановишься, ты перестаешь расти. Ну, остается только сказать вперед ЦСКА. Спасибо.